Сегодня мы рисуем с вами камни, освещенные солнцем. Камни, которые полностью входят в море. Я выбрал для этой темы, чтобы была какая-то цель, дачу Чехова в Крыму. И вот для работы нам необходима, конечно, основная цветовая часть. Это является бумага синего цвета, или такого чуть бирюзового, наверное. Когда вы на нее положите отпечатки ваших камней, оно все заиграет, оно будет очень эффектно смотреться. Камни будут особо освещены солнцем. В первую очередь, что надо помнить при работе? Если мы говорим «освещенное солнцем», это не значит, что мы рисуем все в желтых тонах. Желтые тона – это заходящее солнце. Когда-то я говорил и много раз повторял о том, что солнце съедает цвета. И там, где очень сильно освещенные предметы, они будут у вас всегда белого цвета. Это не значит, что вы возьмете белый мелок и начнете им работать. Если вы заметили, я взял цвет не белый, а едва-едва, наверное, серым его назвать нельзя, но где-то с розовым оттенком. Вот этот цвет такого нейтрального, может быть, чуть голубоватого, чуть розоватого оттенка, нам будет пригодный для светлых мест. И я сделал очертание вот этой бухты, в которой находится домик Чехова. А сейчас будем уже работать и делать эту работу живописной. Она будет носить такой набросочный характер, так как вы делаете, если вы ходите на пленэр. Потому что не надо углубляться в детали в какие-то, это всегда смотрится лубочно. А пастель — это все же живопись, причем очень красивая. И я очень всегда боюсь, что человек в масле или в пастели впадет в лубок. Это, наверное, самое худшее оскорбление, которое может быть в живописи. Вот это я сейчас делаю места, освещенные солнцем. Это не значит, что мы не вернемся к ним. Это основной задел, так называется. Цель нашего занятия — показать, как рисуются камни. Я немного касался этого, когда рисовали водопад, но там все же главное была стихия воды и главное, как идет вода, как ее поток. Тут вода ровная, это спокойное море, и поэтому все тут выглядит очень, так сказать, благословенно, ничего, никакого ветерка тут вы не увидите, но вы увидите разломы камней, вот этого гранита, который вокруг этого домика Чехова очень сильно наблюдается. Надо уметь прикасаться к бумаге, чтобы не было у вас резких движений, но когда надо, надо уметь надавить. И от этого будет зависеть красота вашей работы.